ॐ अज्ञान तिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः राधा करावचितपल्लभबल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरस्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलि के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ ले बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जोर करी बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में गुरु वैष्णव ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते स्थान पर उपस्थित हुए हैं। इस स्थान का नाम है खैरा। मैं приехали в место, और खदीरी वन भी है, которое называется Кера. कृष्णा जहां पर जैसे जैसे लीला की, वज्रनाभ ने सांडिल्य ऋषि को लेकर के वो स्थान का भी ठीक ठीक वैसे ही как Кришна являет своей игрой, так же, подобным образом, Вайшнав являет свои игры и проявляет места. Это место называется Кера. Здесь есть три причины. Кришна приходит сюда пасти коров. बहुत बड़ा बगुला का रूप लेकर के बैठा हुआ здесь था। Был इतने में कृष्ण जब सखाओं को साथ में गोचारण करते करते यहीं पर आए, ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण пришёл сюда со своими мальчиками пастушками друзьями काट करके गिरा दिया। इतने विशाल रूप था। जब कृष्ण सामने आए, बकासुर ने हठात उन्हें भागते हुए गया। Когда Кришна появился напротив Бакасура, так Бакасур побежал। इसका नाम है खायोरी, मतलब सखा ने कहा भैया ये बकासुर तो हमारे कन्या को खा गए और ये खा गए और ये इसके नाम भी खायोरी कागर कागर कागर। कृष्ण ने जैसे किसी लोहे को गर्म करते हैं, कृष्ण अंदर में जाकर के अपना शरीर को ऐसे गर्म किया, उसने तो भगवान को उल्टी कर दिया। तब ये हमारे टीकाकार कहते हैं यही भक्त और अभक्तों का अंदर में यही फर्क है। भक्त लोग क्या चाहते हैं, भगवान को अपना हृदय में बैठा करके और भगवान के हृदय में बैठना कितने आनंद मिलता, कृष्ण कितने सुख मिलता। लेकिन कृष्ण नग्रेलся до такой температуры, что эта цапля Бакасур не смог стерпеть его и его вырвало вместе с Кришной. इतने में उन्होंने उल्टी कर दिया। उल्टी करते ही подобно тому, как раскаленное железо кладут в огонь, вернее, железо разгоняется в огне, да, высокой температуры. Подобным образом Кришна Кришна нагрелся в горле Бакасуры до такой температуры, что тот не смог стерпеть и выплюнул Кришну. По этому причине это место называется Кадирван. बड़े सुंदर पान की बिड़िया बना करके उसमें कथा को दे करके и также Кришна называет एकदम अपना होंठ लाल हो जाता है, मुंह भी по этой причине, что он нагрелся. इसलिए в этом месте Радика подносит там было श्री कृष्ण и Кришна принимает алтарях бетеля и его уста становятся красными от ореха. बिड़िया चराने के लिए आते थे, वो खजूर का फल भी खाया करते थे, इसलिए भी ये स्थान का नाम है। также здесь находятся ароматные плоды Кера, и Кришна вкушает эти плоды также. Поэтому это место называется Кадирван. यहीं पर ला करके उन्होंने मारा था, इसलिए ये वन का नाम भी
Гадир Ван. Это как Бакасур побежал за Кришной, поэтому также это место называется Акандирван. Итак, как вы видите, множество причин этому, почему это место называется Акандирван, а также его зовут Кера и Кайри. Так, здесь Кришна убил Бакасура. बंगाली रहा बक बक करा देखे चो ओ बांग्ला गाय बांग्ला मायरा तो सवाई बक तो सवाई देखे चे आप रे देखी माने जो कनो बगुला बैठ रहता है ना वो एक प्यार से बैठा रहता है जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है जब राम लक्ष्मण जा रहे थे सप्ला इतने में राम ने कहा लक्ष्मण стоит таким образом в воде на одной ноге вторую подгибает подобно тому как Риши это как Лакшман и Рагамачандра проходили в этом месте они видели эту цаплю которая стоит на одной ноге в воде и стремится поймать рыбу в воде. Это подобно мудрецу, она стоит и медитирует, чтобы достать рыбу, полностью замерзшей на одной ноге. Цапля – олицетворение невежества. Лицемерие, двуличие. Итак, рыба вам... Итак, можно посмотреть, насколько эта цапля Риши и какие аскезы она совершает. Поэтому Бхактинат Такур поет в этом киртане. Мы должны быть как внешне, так и внутренне, одним настроением, одним поведением. Мы должны быть одной личностью. У нас не должно быть лицемерия, двуличия в нашем сердце. Итак, как у Кришны есть флейта, которая полностью пустая и имеет дырочки. И как Кришна наполнит эту флейту своей мелодией, так и флейта и будет играть. Шримати Радика молится, в своей следующей жизни я желаю быть флейтой Кришны, потому что Кришна никогда не оставляет флейту. Он держит ее в руке, иногда она у него на пояске, иногда он прикладывает ее к своим губам. Но сейчас я гопи, а Кришна гоп. Но я не так близка к Кришне, как эта флейта. И поэтому в этом рождении, как гопи, мне тяжело вкусить весь нектар Кришны. Но посмотрите на эту флейту, как она удачлива. Она постоянно пьет нектар с лотосных уст Кришны. Итак, когда Кришна убил Бакасуру, цаплю, демона, он показывает, что он удаляет все двуличие, лицемерие из нашего сердца. Также здесь великий святой Локанада Госвами совершал свой баджан, а его ученик Шрила Наротам Дас Такур также совершал баджан вместе с ним здесь. И он... Он тот, кто обрел прему Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху передал прему Ганге и сказал, пожалуйста, великий святой явится в этом мире, и ты передай мою прему великому святому. И так Ганга спросила, о Прабху, как я узнаю, что это тот твой народ, которому я должна передать прему? И Махапрабху ответил, когда он коснется своими стопами твоей, вот ты осознаешь, что это именно тот народ, которому необходимо передать прему. И так, тот самый народ, Дас Такур, он обрел прему Шри Чайтанья Махапрабху. Кто желает прему, Кришна прему? Поднимите руку. Все подняли свои руки. Если вы желаете Кришна прему, только за один прайс мы можем ее обрести. Итак, Шрила Наротам Дас Такур описывает в своей книге Бхакти Чандрика. Прему вы можете обрести только за одну цену. Необходимо читать это произведение Бхакти Чандрика. Читая эту книгу, према проявится в вашем сердце. Так, Шрила Наротам Дас Такур.
उसी समय में उन्होंने बीच बीच में श्रवण कर रहे थे. Он был сыном землевладельца, и он отправился принять прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Он слышал о его славе и о том, как Чайтанья Махапрабху, Нитянанда Прабху оставили уже этот мир и других госвами. Он думал, у кого же ему принять прибежище. И так вы знаете его известный киртан, который мы все поем с вами. Гауранга Балита Хада. संसार वासना मोर काबे तो छह किसी इनके सारे उनकी एक साधक से लेकर के सिद्धा अवस्था तक साधकों को कैसे उनकी भावना होनी चाहिए. कदी नरोत्तम दास ठाकुर जी की कीर्तन केवल पढ़ो этом киртане показывает пример как садака жаждет милости милости своего духовного учителя, милости Гауранги Махапрабху. Как и еще один киртан Махарадж пропел. Моя жизнь проходит впустую, поскольку я не поклоняюсь божественной чите ради Кришны. Подобно этому моя жизнь, подобно тому, что я просто выпиваю яд каждый день, проживая свою жизнь впустую, так и я не обрел служение божественной чите ради Кришны. जिसे आवाज को कृष्णा सुन करके बड़े खुश होएगी. Когда Радика изящно ходит в лес, ее колокольчики на ногах позванивают, и Кришна стремится услышать звон ее ножных колокольчиков. Так, мы также поем и этот киртан. Рада Кришна Прана Мона Мора Югала Кишора. И также Шри Рупа Манджари Пада, это также написал Наротам Дас Такур все эти прекрасные киртаны. И также мы поем каждый день, утром и вечером, Шри Гуру Чарана Падма, Кивала Бхакати Садма. Столько баджанов, столько молитв он написал, и мы поем ежедневно его киртаны. Только читая его киртаны, благодаря киртанам, которые он написал, мы обретем Кришну прямо по его беспричинной милости. И он говорит нам, что мы должны обрести, укрыться под сенью лотосных стоп Гурудева. До тех пор, пока мы не предадимся лотосным стопам Гурудева, мы не сможем обрести возвышенную любовь к Раде Кришне. И также нам нужно принять прибежище у Гуру Парампары. Бхакти не появится в нашем сердце. Бхакти такая вещь, это не значит, что своим умом мы надумали, бхакти пришло. Нет. Бхакти можно обрести от того, кто обладает бхакти. Так Кришна говорит в писаниях. Необходимо следовать правилам и предписаниям, совершать поклонение мне. Вы не можете просто выдумать из своего ума, что у вас уже есть бхакти. Таким образом, все наши гуру варга, гуру парампара, все чари являют нам пример, как поклоняться и следовать правилам, которые установил сам Кришна. वो जो दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए ब्रह्मा नारद नारद व्यास फिर उन्होंने मध्वाचार्य он передал трансцендентное знание Брахме धीरे-धीरे करते-करते ही जगत में ये भक्ति धारा आई नारदे इसलिए भक्ति अपना मन में तक चाहिए. Из уста в уста, по гуру парампаре, это трансцендентное знание приходит до нас. Поэтому необходимо принять прибежище у Гуру Дева и Гуру Варги. Так мы сможем обрести это трансцендентное знание, нет другого пути. А что это значит? Необходимо для этого обрести посвящение, принять прибежище у лотосных стоп подлинного гуру. Если мы не принимаем прибежище у подлинного гуру, то мы не сможем обрести бхакти. Поэтому есть одно правило. Мы должны
стремиться принять прибежище лотосных стоп подлинного гуру. Итак, Итак, Кандирван – это место великого святого, который жил здесь и совершал баджан, Локанатдас Госвами. Он был очень отречен от материального мира, и он просил Локанатдас Госвами. Пришел Ротамдас Такур, он хотел получить у него прибежище посвящения, но Локанатдас Госвами, он не принимал его. Вы посмотрите, природа бхакти такова. Подобно тому, как на деревьях появляются плоды, плоды тяжелеют, их ветви естественным образом склоняются к земле. Это истинное подлинное смирение. Итак, Локанатдас Госвами говорил, мне не нужны ученики, он обладал истинным смирением. Тогда Ротамдас Такур зарекся принять посвящение у него. И он думал, я приму посвящение только у него, не у кого другого. И он размышлял, как же расплавить его сердце. Если вы хотите кого-то удовлетворить, Бхагавана, Шри Гуру, только служением вы можем удовлетворить Шри Гуру и Кришну. Своими материальными чувствами мы не можем воспевать имена Господа и совершать любовное служение в должном настроении, но практикуя постепенно, наши чувства изменятся. जो शिष्य होगा ना जो उत्तम सेवक है और हृदय की भावना को समझ करके बोलने से он обладал таким настроением, что ему не нужно было говорить, что делать. Как ученик обычно может спрашивать, о, что мне сделать, как послужить, и так далее. Если вы спрашиваете, как послужить, то тогда вы не истинный слуга. Не нужно думать, что вы севака и задавая вопросы, как послужить, что сделать. Нет, это не подлинное настроение севаки. Итак, ну что, какое служение совершал Ротамдас Такур? Он думал, каждый день Локанатдас Госвами ходит справлять нужду. И он решил убирать эту местность. И тогда, спустя какое-то время, Локанатдас Госвами обнаружил, что место, в которое он ходит, чистое. Как же так? Каким-то образом кто-то хочет меня поймать в свои сети. Если кто-то убирает эту местность, это значит, кто-то хочет меня схватить, это значит, что я что-то должен ему дать, размышлял Локанатдас Госвами. लेकिन वो तो परम संत है बोले मैं किसकी चरण में मैं अपराधी बन रहा हूँ एक दिन उन्होंने छुप करके देखा ये служение мне должен что-то даровать ему думал Локанатдас Госвами так Локанатдас Госвами справился за куст तो उन्होंने कर आकर हाथ पकड़ लिया बोले तो मेरे को अपराधी क्यों बनाते हो чтобы посмотреть кто совершает это служение и тогда он увидел что кто-то когда Локанатдас Госвами пришел убирать местность Локанатдас Госвами вышел сказал кто ты Ротамдас Такур ответил я ваш народ там чего ты хочешь я хочу чтобы вы стали моим духовным учителем я хочу получить у вас посвящение Я сказал народу Ротамдас Такур. Так Ротамдас Такур говорит, мы не можем обрести служение Господу. Каков же путь, чтобы обрести Господа? Сперва нужно принять прибежище лотосных стоп Гуру. И тогда Гуру в нашу руку вложит в руку своего Гурудева. Итак, по Гуру Парампаре мы нашу руку вложат в руку Лалиты Сакхи. И тогда Радика спросит Лалиту Деви, откуда ты привела эту юную, прекрасную гопи?
फिर उन्होंने जाकर कहा राधा जी की सेवा को प्राप्त कर सकते डायरेक्ट, कोई भी जुगल सेवा को कोई डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। поэтому народ там дастакур поет. Лалита Вишакади, Джатасаки Вринда, Акая Кариба Сева, Чарана Равинда. इन्होंने ललिता विशाखा लेकर के हमें राधा रानी कृष्ण सेवा में लगाएंगे। ललिता विशाखा आगे जटासा के वृंदा कुंड को आप लोगों ने देखा, इसका नाम संगम कुंड। Когда Лолита Вишака Ади и другие сайки ведут меня в служение ради Кришны. Прекрасные игры Божественной Читы проходят в этом месте. И здесь Лаканадас Госвами обнаружил божество Рада Винода Лал. И Рада Винода Лал стал говорить Лаканадас Госвами. Такур же сказал: «О, я так долго находился под водой. Я так голоден, пожалуйста, накорми меня». Я хочу чатни, сказал Рада Винод. Мог бы сделать из этих плодов чатни для меня. Затем, когда после того, как он вкусил чатни, Рада Винод Лал сказал: «О, я хочу спать, ты бы мог бы найти мне матрасик?» И так Лаканадас Госвами устроил ему кроватку. И когда он лег спать, Рада Винод сказал: «О, я не могу спать, мое тело так ломит, а так долго находился под водой. Пожалуйста, сделай мне массаж». И так, таким образом, Лаканадас Госвами сделал ему массаж, и Кришна потихоньку уснул. Посмотрите, как Рада Винод просит Лаканадаса Госвами совершать служение ему. Почему? Потому что он обладает такой любовью. Как Драупади предавалась полностью Шри Кришне, поднимая руки вверх, так же мы должны стремиться обрести такое настроение, чтобы служить Божественной Чите ради Кришны. Также здесь гопи украшали свои глаза каджалом. И так Кришна проверял, насколько красиво украшены гопи, и затем этот каджал закончился, что не хватил лакаджала на глаза Радики. Тогда Кришна что сделал? Здесь, на одном камне, он провел одну линию и появился каджал. И таким этим каджалом Кришна украсил глаза Шримати Радики. И так из этого, здесь неподалеку в этом месте до сих пор находится этот камень, которым появился каджал. Однажды Шримати Радика испытала ревнивый гнев в этом месте, и Кришна плакал, чтобы удовлетворить Шримати Радику, чтобы она сняла свой ревнивый гнев. Он стал Шьяма Саки Гандхарвикой, чтобы петь прекрасные песни для нее. И он пел прекрасными рагами, что Шримати Радика, слушая его раги, сердце ее расплавилось. И тогда Радика стала интересоваться, кто же это поет, эти прекрасные раги. Лалита Саки сказала: «О, она Гандхарвика поет». Радика сказала: «О, приведите мне эту Гандхарвику Саки, я хочу посмотреть на нее». तो गांव का नाम हरि नाम भी है। कृष्ण जब ये ब्रज छोड़कर गए, ब्रज गोपियां तो रथ को नीचे लेट गई। ये तक गंधर्विका उक्रशाला श्रीमती राधारानी, поэтому ее стали звать Анри Шьямари। कल कंस को उधार करके मैं परसों आ जाऊंगा, इसलिए एक गांव का नाम भी सी परसों। इसलिए और जो थोड़ी दूर कृष्ण गए ना, उस गांव का नाम था बिजवारी। И когда Кришна покидал Вриндаван, он сказал, неподалеку отсюда, Кришна пообещал гопи: «Я вернусь послезавтра», из-за этого эта деревня стала называться Биджари.
Если его гамка нам предгабиживали. Итак, Радика так, остальные гопи, они ложились напротив колесницы, не пуская Кришну уехать, поэтому эта деревня называется Биджавари. Кришна обещал, что он приедет послезавтра. Так гопи ждали его, когда же Шьямасундар вернется. Но они не хотели, чтобы он уезжал, потому они не позволяли уезжать колеснице. Они катались перед колесницей и взывали «Ха Кришна, Ха Кришна». Но колесница скрылась из ихнего взора, и они в разлуке громко сокрушались и искали его, воспевая этот киртан «Говинда Намо Дарамадхавити». Здесь неподалеку также другая деревня, которая называется Ратна Чатрапа. Там, где Кришна поднял Гирирадж Говардхан. Это означает, что вести распространились по всей местности, что Кришна – царь всего Враджа. Как пламенный пожар, новости распространялись по всему Враджу. Что Кришна поднял Гирирадж Говардхана, когда новости достигли слух Шримати Радики. Радика подумала, тоже мне царь, я ведь Вриндаванешвари, царица всего Враджа. Я ведь во Врадже, согласитесь, кто все воспевает рады-рады. Все говорят, что это место Шримати Радхарани, она Радха Рани, царица Враджа. और ललिता विशा किसको मंत्री किसको कटवाल अलग अलग बना दिया किसने छत्र धारण की किसने चामर व्यंजन की मेरे पास मिलाओ राजरानी में ये राजा बन रहे हैं सबके सब गोपियां जाकर के ना कृष्ण को सखाओं को मधुमंगल को सबसे पहले तो मधुमंगल लड्डू खाने वाले उसको стремятся устроить встречи божественные, четыре рады Кришны. И так Радика наказала гопи привести мальчиков пастушков, и таким образом они приведут Кришну. И когда Кришна пришел в место, Радхарани связала его гирляндами, то есть гопи связали его гирляндами и приложили к лотосным стопам гопи. Итак, здесь Кришна просил прощения, а затем божественную чету садили на трон, и Кришна держал зонтик над Харани. И тогда Кришна сам объявил, что с сегодняшнего дня все должны знать, что царица Вриндавана Радха Рани. Как много игр проходит в этом месте. Так много людей приходят в эти места, набирают воды из кунды и отправляются по домам. Но на самом деле это место, где Кришна являет свои прекрасные игры. И мы приходим в это место под руководством Шри Гуру Вайшнавов. Мы приносим свои пранамы пыли в этом месте. Чтобы одна пылинка с этого места исполнила все сердечные желания нашего, все наши сердечные желания. Чтобы мы однажды смогли обрести служение Шри Чайтанья Махапрабху, Нитянанде Прабху и Божественной Чите ради Кришны, на этом я заканчиваю.